В момент, когда опасности не избежать, нужно хотя бы оперативно отреагировать. Быть начеку в случае угрозы пожара поможет вот такой небольшой датчик. Установку дымовых пожарных извещателей в домах семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, провела администрация Щелковского района. Это те семьи, которым нужна наша помощь, семьи, которые иногда оказываются в безвыходных ситуациях. Установка датчиков проводилась в течение летних месяцев по поручению руководителя администрации Щелковского района. Главная цель в случае пожара – избежать травм среди детей. Ставятся эти извещатели, чтобы в любое время, не дай бог там что-то приключится и какие-нибудь форс-мажорные обстоятельства будут, чтобы эти извещатели сработали и даже не они, так соседи могли услышать эти извещатели и сообщить в экстренные службы, для того чтобы немедленно среагировали. Датчики дымовых пожарных извещателей реагируют на любой дым, будь то возгорание на плите или забытая сигарета. Предупреждают об опасности звуковым сигналом. Это просто тестовый звук, а так он будет пищать непрерывно таким неприятным пронзительным писком, да, что вы сразу это... Но отключать это, нажав на вот эту ножку. Если срабатывает датчик, то сразу же мы смотрим причину звука. Может быть, что-то на плите вы оставили. Ага. Может быть, кто-то оставил из ваших гостей окурок. Ага. Вы должны быстро реагировать. По словам руководителя отдела по делам несовершеннолетних, программы по установке таких датчиков в Щелковском районе будет продолжена. Особое внимание уделят семьям, состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Александра Гранич, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».